Маруся. Доброе утро. Маруся, таймер на 60 секунд. 59, 58. Маруся! Ой! Напиши Жене Иванову ВК. Отправила. Маруся, поставь утренний плейлист. Марусь, а как по-английски мороженое? Айскрим. Маруся, прочитай мою почту. Читаю. Маруся, твой голосовой друг. Друзья, перед тем, как вы начнете смотреть этот ролик, я хочу вас опередить. Опередить ваши комментарии, что «Чувак, выпустил бы еще бы через год» и так далее. Ребята, я знаю, что этот ролик потерял актуальность, и вообще уже вам не интересно смотреть, что мне подарили на день рождения, которое было давным-давно, у нас уже учеба началась, школа и так далее. Какие нахер подарки? Ребят, я уже и сам забил на это видео, но в него встала реклама, и мы решили его выпустить. Но если без рофлов, то лучше поздно, чем никогда. Если ты стример, и ты прямо сейчас смотришь обзор, делаешь обзор на этот ролик, я твоему чату передаю ку, сердечки, привет, чаты. Я, наверное, тоже делаю обзор сейчас на этот ролик. Стримлю на Твиче почти что каждый день. Можете зайти в описание, там есть моя ссылка. Смотрите вместе со мной прямые эфиры, там весело. Календарь перевернулся, вышло новое 3 сентября. Супер хит, спасибо вам за это большое. Все, приятного просмотра, смотрите, что же мне там подарили на мой день рождения. Пока. Ой. Сколько такая стоит? 1500-600. Чи, да? Там они из леопардов. Там написано твоя мама. Реально так написано? Это что за подарок? Ты достал самый топ. Паша, там! Спасибо за... Я бы хотел что-то подсыпать. Сэкономил. Пошел, кстати, ты... А что это? Здоровенный джойн. Разрывай! Привет всем! Привет, Twitch! Привет, YouTube! Привет, Кунжут! У нас сегодня одновременная съемка сразу на две площадки. Куча камер, куча людей, куча подарков. Давайте, маленькая реклама небольшая. Для тех, кто не знает, эти орехи мы делали с моими родителями. Три уникальных вкуса. Каждые 100 рублей с упаковки идет на помощь детям. Делайте приятное, они полезное. Вкусные. И это супер вкусно. Ребят, давайте вот для YouTube прямо сейчас вспомним, как это было в прошлом году. Просто на Твиче как вообще. Ну что, я в предвкушении подарков. Честно, планку прошлого года, как по мне, не пробить. Шлем космонавта. С прошлого года, пацаны, самый любимый подарок и самый крутой подарок, по вашему мнению. Качели. Качели для секса? Не, просто качели, уличные, понял? Куча панам, кроксы. Да. И все не моего размера. Маш, тут кофта лежит? Белая, кидай. Это первый подарок. Подарок, который был от Дани Милохина в прошлом году. Это была панамка, вся разрисованная. Он еще и подписал ее, смотри. И это тоже от него подарок? Да. Ты лох, клава, кока, я, килька, банан плюс яблоко, жопа кота. Кота. Ладно, ну что, на цифакт уберет первый? Да. Давай, в рот. Целую. Я сейчас проиграю. Специально я сказал в рот. Цуефа. Цуефа. Да вы... Эфа. Цуефа. Слушай, тут есть огромный пакет, там сразу три подарка. Да ты сразу самый интересный. Ладно, ладно, ладно. Это, кстати, подарок Лавкоки. Ковер? А что это такое? Ковер. Ну дай одну бустеру. Одну? А что это? А что это такое? Ой-ой-ой. А можно примерить? Да, конечно. О, я бы хотел, что... Ну, Клава мне подарил еще вторую часть подарка. Вот это поворот. Вторая часть подарка от Клавы Коки, которую я, скорее всего, не смогу взять. Член в рот. Нет, это слишком изи, брат. Билет на концерт Джастина Бибера в Дубае. А, реально? Да. А почему ты не сможешь прилететь? Потому что у меня тур по Сибири начинается. Так, ну я профессионально уже выбираю подарки. Ну, это кроссовки, наверное. Ну, да, похоже да на нет, мне кажется. Точно, странно, он мне говорил, что кроссовки. Ой! Наклейки! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это моя коллаба с ними? Да, это моя коллаба с ними. Он мне подарил кроссовки. Это как Kanye West Easy подарить. Такой у них язычок мягкий, это урод. И да, миллиард пакетов ЦУМ просто. Амина Тендерли Бэй. Амина Тендерли Бэй. Вы берете какие-то изысканные...
Пойдем большая. Значит, она какая-то... Какая-то она очень огромная. Какой-то размер. У меня Ветмо, чтобы вы понимали, М. А это? XL. Так, ну вот, ладно, я сразу открываю подарок. LXS. Что это такое? Lexus. Lexus? И все пишут про майку, что это паль. Некий LXS. Нормально с чеком. Ого. 24700. Так. Сэкономил. Наверное, Ликс. Это Ликс, 100%. Ну, судя он по не рассказывал. Майке. Кстати, ну хорошая майка. Да. Ну, прикольно. Не, нормально. Ну, только если она снимал мне месяц ходил. Подарок от Кати Як. Кати Як — это режиссер клипа «Пусси Бой», режиссер клипа «Слеза», режиссер клипа «Голубые глаза», режиссер клипа «Коленного рэпа». А вот это, кстати, хорошо, я люблю такое. А что это? Немножечко. По-моему, она чуть. По-моему, тут капелька спермы. Так, топанчик. Псевдоним, наверное. Ой-ой-ой. Там, смотри, там несколько коробочек. Фигурки какие-то. Ой-ой-ой. Ну, глянь. Я говорю про это аниме, которое... Это же твое имя. Да, твое имя, да. Твое имя, это да. Твое имя. Блин, это круто. Это офигенный подарок. Топан, красава. Топан, вот это вот, знает, когда бежит. Тебе в подмышку, красава. За такую тему вообще. Это реально имба. Топанчик. Братанчик, красава. Спасибо большое. Просто засрали ни за что за подарок. Да пошел, кстати, ты. Мицуха Миямизу. Вот сюда. У меня глаза падают лишь только вот на этот подарок. Он просто. Это выйдет еще на канале Creed Family. Это вот. Это скутер подводный. Это подводный. А что это? Underwater скутер. Прочитал, перевел в суд. Не, заранее знал. Что? А что это такое? Что с ним делать вообще? Что такое подводный скутер? Подводная лодка. Ты просто цепляешься руками и едешь под водой. Ух ты, как. Маленький такой, но это точно не для ног. Имба. Ну так-то может цапнуть такая. И что, реально будет по воде помогать плыть? Деньгасан. Разве... Красава. Спасибо, спасибо большое за подарок. Серичок, ты что, не подписан на Twitch канал? В описании. Срочно. На YouTube подписан? Подписался. Вот и красава. 5. Дай 6. Что это такое вообще? Набор инструментов от Эльдара Джарахова. Реально? Брат, все, очумелые ручки. Это реально нужно. Нужно. Реально хай, брат. Я уверен, у тебя 100 раз был такой, что просто вот, ну... Постоянно, бро. Сифон выносил у тебя? Я тебе больше скажу, бро. Я брал отвертку у охранника здесь внизу, когда у меня... Это реально... Только знаешь, в чем проблема? Проблема, знаешь, в чем? Здесь нет отвертки. Я не буду говорить, от кого это подарок, но это имбовый подарок. Это подарок, сделанный своими руками. О, нифига себе. Это вообще... Нет, то, что ты сейчас своими руками, это прям вообще... Своими руками. Стиль, вот это хайп. Ими ногами. Синий Пикачу. Не, на ногах два. Пишут, ну что? Пишут тоже паль. Паль тоже? Да быть не может. Даже связанный своими руками подарок паль. Дилара. Дилара. Mm. Да. Дилара. Нет, вот это XL. А у тебя Элька. Да, а, не... ты еще и Ветмо. Да, это не про размер. Это раз XL? Да. Дилара, спасибо большое. Единственное, что не про размера, но Дилара, кайф спасибо. Все равно. Мы подошьем там по размерочку. Если он не будет носить, я разжирею буду носить. Дольче Габбана. От кого? Столярова. Mm-hmm. О, Лёх Столяров. Алексей Столяров. Ну, это одежда. Ну, я вижу, брат. Но надеюсь по размеру. Дольче Габбана, любовь и мир. Не, прикольно выглядит. Любовь и рыжий медведь. Несмотря на то, что это Дольче Габбана, это прикольно. О! Так, это подарок от Кати. Она вот сидит здесь, за кадром. Разрывай эту штуку! Наруто, о, это же клинок рассекающих демонов, кстати. А это чел из Наруто? Да. Просто большой лаваш подарили. Ой, это джинсы? Не могу понять. Очень легкие. Очень джинсы, легкая джинсы, ткань. Джинсы, джинсы. Это от какого-то ювелира вообще. Это джинсы, да. Гонял в таких? Нет. Прямо жопой ко мне чисто. Концерт-объект. Нет, я бы гонял в таких реально, мне нравится. Дарю. Да не, нормально, ну что? Они не длинные? Помери. Че, вы готовы? Давай. Еее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 eee Я, конечно, не эксперт в кадре. Я буду толстовка. О, это... Эй, Брайан. Это Амири, брат. Mm. Но, к сожалению, Элька. А у тебя? Хотя да нормально. Не, нормально сел, босс. И босс, дядь. Нормально. Куда упадло? Подарок. Ты достал самый топ. Реально? Это самый дорогой подарок из того, что мы смотрели. Это тот же человек подарил, который подарил мне Соника. Это вторая часть подарка. О, это Гаярн. А-а-а. Это Гаярн. Там сумка, да? Там сумка, и она большая.
Стиль. А сколько такая стоит? 1500-600. Реально? Да. Что пишешь в чате, дай угадаю. Спасибо большое тебе, мне очень приятно. И это был первый подарок. Вот этот! Это фейк, нет? Подарок от легенды. Спасибо за хуй. Я шучу. Да не, ну очень круто. Такое может быть настоящим? Я не знаю, настоящий, не настоящий. Кирилл Варпач, спасибо тебе большое за подарок. Удмурт. Удмурт? Да, удмурт. Чуть гаечный ключ. Что это? Там написано «твоя мама». Ты про маму говоришь? Там реально так написано. А, очки. Как вообще можно было понять, что это очки? Посмотрите, что здесь нарисовано. Инструмент. Вообще, можно и понял, и они и стильные, и припаять, что можно. Чи, да? Салют, Удмурт, спасибо большое за очки. Очки. От самурая подарок. Самурай. Самурай просто. Еще одно призрак. Это вообще делать. Мышка очень крутая. А ты можешь назад делать? Да. Понял. Чё, пойду с тобой в Valorant. Это от этого, от Аункера. Это от Аункера? Да, он мне говорил. Ну, еще вот это. Это его ковер. Геймерский коврик от Аункера. Ну, кстати, реально. Да, распакуй, мне интересно, что там, есть какой-то принт, нет? Ну, такой коврик. От Рины. Опа. Кто берет подарок от Рины? Ты бери, брат. Вот мешочек от Рины вот этот. О. Это что, сережки? Написано, под голубые глазки. Подарок Celine. Мод знает, что такое стиль, поэтому видно сразу, что это Celine Paris. Очень модный бренд. Celine Penis. Открываем модно. Ой, там кроссы есть. Тоже, угадайте, это мой размер или нет? Да. Нет. Но выглядит прикольно. Не, выглядит... Это от кого? Дегэн. Дегэн. А у тебя был же, по-моему, похожий, не? Это в цвет уруса. Ламборгини, смотри, в цвет уруса. Тут точно нет кроссовок. Надеюсь, там фигурка его члена, понял, которая в бетоне. Это коробка в коробке. У меня уже... Что? Коробка? В коробке коробка? Пакет в пакете? Еще? Еще. Семечка одна, реально. А, это мундштук. Это мундштук. Да. Подарок, согласен. БУ? Че, пальчат? Подарок от Паши Атриума. Паша стильный. Джинсовочка. Ну, джинсовочка очень стильная. Ну, смотри. Размер. Паша. Не. Стилевый чел. Паша знает. Подарок от Эрика. Он стоял все это время. На самом видном месте. Эрик сказал, что мне понравилось. Ты знаешь, да? Или нет? Подожди. Это Kanye West колонка? Реально? Да. Это колонка. Я. Yeah. От Kanye West с его альбомом. И смотри, можно. Тут можно убирать инструменты в половину. Вау, потрогай. Ой, качество прям материала кайфовый. Тот самый подарочек от хозяевых. Ой-ой-ой. Конечно, сучка в сборе. Давай его разгоним, ну, давай тебя разгоним. Я сделал. Прикольно. Вот сюда надо. Тихо, правда, но прикольно. Почему это не закручивается? А она перевернуться может? Нет. А колонку что, где оставляй? Вот. Во-во-во, вот это хорошо. Вот это дай. Два гелика. Пристегнись, братулик. Почему я сзади гремит? Это ремень, брат. Что с ремнем случилось? А, его зажимало. Это оторвал штуку, родной. Ты сказали, пристегнись. Давай, брат. Ты что, меня отключил от сети? А ты что,
поехал, все не едет? А, не, поехал. Два. О, сыр, ты просто балдеж, дядь. Брат, честно, пацаны, где вы? Здесь подарок. Просто, пацаны, вообще вам лав. Вторая часть распаковки подарка прямо Let's сейчас. Go! Ну, для вас нет второй части, эксклюзивчик. Let's go. Подарок от Thunder. Thunder и его бывшая девушка. А почему бывшая? Потому что он с ней расстался. Реально? Да. Как расстался? После днюхи. Реально? Да. Это мундштук. Кофейные зерна. Это мундштук. Экой. Это бренд, я уже такого же бренда мне дарил этот. У-у-у. Да, да, смола вот да, это. Да, да, да. Смола вот это. Да? Курил. Да, да. Смотри, 5-8. Ну да, что, этот или Дидерс? Не, вот этот. Этот выигрывает, да? Ну тут роза, мне нравится, такая роза с белым, так сочетается. Ну что, обычно, прям. Я должен сегодня с ним поехать, походу. Только можно и носить, на самом деле. Ну да. Еще один кальян. А, это... Дядь, тебя просто все провоцируют жестко обкуриваться. Пиздец, я только хотел бросить. Ой, я, кстати, знаю этот кальянчик. Не, ну прикольный, маленький кальянчик. Прикольно выглядит. Он как груша. Очень интересно, что находится. Тут шмотки, брат. А, это, кстати, прикольно. А, друзья, от кого подарок? От них, от бренда. А. Оно выглядит мешочек. Ой. Аниме. Да. Если это касса. Это можно комп сейчас со стороны думал. Да, да. Я раз подумал, да. Посмотри на спину. Целин. Смотри, селиновая тварь. Как он утонченный сразу на ручку. Сразу вид. А, от кого подарок? Это диджейшн. Это диджейшн. Ой-ой-ой, там они из леопарда. Сыр. Брат, это... Лук уже собирается реально плановая. Представляешь, джинсы. Его еще худак найти какой-то. Дядь, вообще просто ляпнул. Я тебе... Прям что это селин. Круассаном пахнет. Париж прям. Что в этом плохого? Я не курю, я парю. А что хорошего в том, что ты Париж? Круассанами? Вот. Шоколадом селин. Или сыром? Во, вообще. Ой, дядь, а пакеты джинсики как полетят. Нет, слушай, нормально. Дядь, тебе, кстати, нормально. Это от латыша. Я не знаю, кто это. Латыш — это Дэнкс. Так, что-то сразу вижу, что подключается к Google Play и App Store. Ты можешь, мне кажется, полностью сорвать меня. Я знаю, что это. Что-то... А, я понял. Ты вешаешь ее на стену, ага. Подрубаешь ее к компу и выводишь туда все, любое хочешь. Изображение. Да, да, да. Прикольная тема. Это очень крутая штука. Классно. Я правда, я не знаю, куда мне ее в комнате. Да, мне кажется, слушай, у меня есть местечко, брат. Так, ну все, подарок основной бустера, бля. Слушай, ну бля. Не хочу намекать, что это лучший подарок. Слава сказал, что это лучший подарок. Да не, не. А как думаешь, что это? Просто не торопись. Ну, надеюсь, не черепаха. Ты или вышел с черепахой, да. Че, в ахуе? Ладно, я не буду пока читать, что это. Да не, че, ебан блендер дарить. Блять, это VR. Да, ебанутейший, брат. 4К нахуй на каждый хуй. Блять, я пиздец как хотел VR, правда. Я знаю. Я очень хотел VR постримить. Я тебе парочку игр скажу, там где ебаться надо. Да, брат. Дай поцелуй. Давай целуй, конечно. Кто откроет этот маленький подарок? А, это от тебя. Скажи, когда? Смотри, как Маша сразу стала. Да-да-да-да-да-да. Это я хотел себе купить очки для зрения, вот как ты. И я хотел пойти в ЦУМ и выбрать. И Маша написала, скажи, когда. И это карта. Да. И это карта для ЦУМ оптики. Спасибо, Маша. Боженова. Боженова, Саша. Это Ела. Том Форд. О май гад, Том Форд. Смотря какой фабрик. Бархат такой, да? Ух, ёб твою мать. Это сам Том Форд шил. А ну-ка. Примерочка, примерочка. Это солидол вообще лютый, дядь. Том Форд. О май гад. Том Форд, это серьёзно? Не, ну... Что круче, очки VR или очки Том Форд? VR. Давай, кто? Давай. Ну, открывай. А, Киреева Алина. Киреева Алина. Он просто тебе распечатал часы. Может, подожди, может, вот это еще? Happy birthday, keep rocking this world. Не, я просто хотел себе Apple Watch, я говорил, что я хочу себе Apple Watch. Да вот, да, Space, Black, Series 7, Case, Band, Apple Watch, Hermes, Single Tour, 45mm. Они подарили, но он еще не пришел. Давайте я вам просто подам, я хуй знает, кто будет брать, чтобы вы жопу не рвали. Честно, давай. Костя Чернов. Там хэдкраб просто сейчас в лицо прыгнет. О, бинокль, дядь. Стиль, ебаный. Это как аксессуар. Реально он увеличивает? Я вас вижу. Это билеты в театр.
Пойдешь со мной в театр, брат? Погнали, брат. Мне надо просто бинокль купить. Хорошо. Чтобы мы как рэперы вот так тусили. Дон Кихот. Какой ход? Балет в трех действиях. Дон Кихот. Посмотри, коробочка очень сильная. Коробочка прям. Это обертка в бриллиантах. От Жени Медведевой. Ой-ой-ой. Это Игорь Триф? Это Трифа? Ты нормальный кролик. А сзади это смотри, а? О, с кроликом, дядь. Может быть, клюшечку надо от Овечкина показать? Брат, посмотри. А, она прям стерта. Да, конечно, это игровая клюшка. Здесь смотри, вот тут вот эта рука. Где, ну, он держал. Он его держался потом за нее. Его потом пахнет, понюхай. Мне легенда, спасибо тебе большое за такой охуенный подарок. Правда, ценю, блин, крутой подарок. Ну вот как раз. От Голдовых, тоже режиссер. Так, это Mastermind бренд. Я сразу палю, что это такое. Это Mastermind. Это очень крутой японский бренд. Трусы? Ой, слушай, а как открыть ее? Я не знаю. Да, во. А, во. Гель. А что это? Очки? Ой-ой-ой. А это очки реально. Не, ну это Mastermind. Это Mastermind. И здесь, смотри, видишь, на самих очках. Нихуя ты Ван Хелсинг. Ну так и лето же. Напишите в комментариях, какие вам очки зашли больше. Вот это вообще твой стиль. Вот да? Это, кстати, да, своё прям очень идет. Понял, я постоянно в очках, авиаторах, ловлю взгляд, чик, готовых меня трахнуть. Так, это что-то очень большое. Филипп Лейн. Это от Филиппа Киркорова, да? Фил приехал на днюху, один из первых. Красавчик вообще. О, смотри, там сразу понятно открыл. Сразу Фил. Это что? Это рюкзак. Рюкзак, брат. Померишь? Да вообще без проблем. Да мне и пора в целом. Захар Муставе. Оп. Сразу визиточка Муставе. Если что, набирай, братик, если не поймешь, что там. Ай, блин, не угадал. Почему? А подожди, уже... как у лица. Что-то смотри, как у лица, только толстовка. Бля, реально. Блядь. Что это? Что это? Это от Naked Tattoo Drops. Написано. Свычку. Тебя взяли в команду? Ой-ой-ой. Это кого? Это вот лежал внутри. Это Андрей Трофимов. Давай, let's go. Панама! Наконец-то! А вот это, кстати, Come the Garçon. Нет, это Come the Fuck Down, блядь, там написано! Это вот, Come the Fuck Down! Не Garçon, это, блядь, там нет такого, это другой бренд вообще. Ты в моде. На нахуй. Солнечные блики, светлые. С таким названием. Ну что, от Динамо смотрим? Давай. Так, кепки. Раз Динамо кепка. Два Динамо кепка. Еще одна футбольная тишка. И еще одна, смотри. Опа. Ой-ой-ой. Ну это мерч Динамо. Ой-ой-ой. Блин, вот это вообще балдеж. Блин, мне нравится ретро-коллекция, пиздец. Тоже очень нравится. Солнечные блики, рассветы туманны. Мама, залечи мои открытые раны. Я не знаю, короче, мне, ну, это очень серьезный человек мне подарил, во-первых. Я не буду говорить, кто. Но вот эти книги, бро, это... Мне просто сказали, что это супер какой-то раритет. Два тома мне подарили. Но это какие-то очень коллекционные книги. 3 рубля 75 копеек, переплет 90 копеек. Игорь Синяк. Оооо, май гад! Вот это очень интересно. Давай, сладость. Пусть в твоей ванной комнате будет частичка меня. С любовью, Синяк. Ботега Винетта? А что это? Ботега Винетта? Сумка ванная. А нет, это полотенце. Вау, пиздец стильно. Да, да, мне цвет нравится очень у Ботеги, вот этот зеленый. Это реально стиль, пиздец. Игорь Синяк, юхот. Ууу, you touch my talala. Ну давайте вот это откроем. Эксклюзивно для Егора Крида Алексея Навасского. А, это обувь. Слушай, ну коробка. Олежек. Примерь сразу. Сразу, блядь. Кстати, прикольный цвет. Не, материал. А материал, дядь, ты материал, материал. Материал очень хороший. Уже, а как она сворачивается? Я не знаю. А как дерево двигается, блядь, люциферно. Да не, брат, охуенно. Влад А4, последний подарок. Спасибо за шутку. И там просто упаковка листов А4. С днем рождения от Влада и Юли. Че там? Это подарок из СВ. А, ебать, я понял, что это за сумка. Ебаный чеснок, дядь. А, по цвету Lamborghini. Ой-ой-ой-ой-ой. Это делают из настоящих армейских американских палаток.
Ну что, пацаны, без подарка Тимати и еще некоторых людей... Ролик мы не закончим. Что вы скажете, в этом году или в прошлом году прикольные подарки? Да мне кажется, и это там, и там. Тяжело судить, тяжело, и там, да, да, да. Ну, подарки типа, как будто... Типа в прошлом году прикольно. Было много панамок. В этом году как будто сваговее подарки. Да. Да, да, есть такое. Начали у нас шарить за стильчик. На самом деле, это все круто, но все равно важнее это... Живое общение, важнее внимание, важнее все эти люди, которые пришли ко мне на день рождения и просто были со мной в этот классный праздник, в этот день. Подарки круто и приятно очень, когда люди заморачиваются, когда они подходят к выбору подарка, типа, знаешь, они такие, блядь, интересно угадать, вот чтобы понравилось обязательно, заморачиваются, тратят на это время, силы, там, созваниваются с кем-то, спрашивают, это круто, это респект большой, я тоже очень люблю заморачиваться всегда по подаркам и так далее. Хочу сказать большое спасибо вам всем за эти подарки и за то, что вы у меня есть, то, что вы являетесь моей большой семьей и моими друзьями. И вам, пацаны, спасибо, традиция, традиционная. Что, держим традицию. Давай. Главное, чтобы к следующему году никто из нас не умер. Сплюнь. Как? Вторую руку, брат. И ноги еще. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Всем пока. Подписывайтесь на канал Creed Family. И ждите. И лайк ставьте. Обязательно. Таким составом через год увидимся. Все, давайте, всем пока. Пока.